то получается, что она не работает. Это не файловая система, это удаленная файловая система, или в облаке на Амазоне. А оно так и не всегда работает. Поэтому я в своем проекте прикрутил небольшой кэш. И каждый раз, когда я пишу, я смотрю, в кэше что-то залипло. Да, я пытаюсь и свое, и кэшовое сбросить в Амазон. Он не работает, тогда я и свое докладываю в кэш. Ну поняли? То есть, ну, теоретически. Ну вот он не работает. Каждые сутки одну секунду не работает. Вот я, допустим, столкнулся и все. Или мой провайдер, вариант времени, мне интернет на 3 секунды выключает. Ну, гипотетически. В таком случае получается, что я пытаюсь сохраниться туда, если оно ломается, я вот здесь. То есть, смотрите, то есть я ставлю кэч, я останавливаю исключение и не бросаю дальше, потому что я могу полечить проблему. Дальше не нужно бросать. Это мой уровень, вот этот мой метод save. Да, ну вы, конечно, ответ у меня есть. Save и net, а это save кэш. Это я в своем модуле, вот на этом уровне, могу принять решение. Пытался сохраниться туда, не смог сохраниться. Окей, сохранюсь во временный кэш. А если туда не смогу? Ну, надо кэш так разрабатывать, что можно было. Кэш это обычно какая-то мапа, которая висит в памяти. Вдруг вы исключили. Нет, я рассматриваю архитектуру, в которой эта штука не кидает исключения. Кстати, кто-то в какой-то классной книжке приводили пример. Автор приехал в аэропорт, а в аэропорте нет света. Или какой-то такой системный сбой, а аэропорт работает. Оказалось, что ну, да, в экстренном режиме, но самолеты садятся. Оказалось, что у них все текущее состояние системы в виде инструкции всем этим диспетчерам, типа каждые 5 минут распечатываются на принтере. И когда свет вырубился, у них есть состояние системы в виде вот такого талмуда. Они быстро раздают. Раньше диспетчер на консоли видел, а теперь ему приносят такую просто. Такой-то рейс, в такой-то момент времени будет там-то, в такой-то момент времени там-то. И не по этой бумаге. А часы синхронизированные, что нули. Не знаю. Но я просто говорю о том, что идея все время писать на принтер в случае, если не это в аэропорту полностью светит. А потом деревья. Это, я не помню. Радиомагнитный там как работает. Как они садятся? Это, я не помню точно. Давайте снимать. Да. Так вот, суть в том, что если я могу полечить проблему, то есть, смотрите, откуда берется исключение? Я вызвал метод. У метода есть сигнатура, он означает int. Вообще говоря, он должен вернуть int. Если он не может выполнить свой контракт, найти остаток отделения, вернуть возраст пенсионера, тогда он имеет право не возвращать int, а кинуть мне исключение. Но вообще говоря, исключение это как бы нежелательное поведение системы. Нежелательное в том смысле, что значит, что система, в общем-то, не выполняет свои бизнес-функции. Она начинает мне рассказывать, как ей сложно. Вместо того, чтобы вернуть число, она... Из этого возникает правило. Посмотрите, я кидал Джоша Блоч «Эффективная яблоко». Джоша Блоч, один из авторов ЖДК. Он рассказывает про исключение там, штук 8 советов. У него есть совет, который встречается во всех остальных книгах, который звучит, что не стройте бизнес-логику на исключениях. Не надо. Встройте ее на сигнатуре. Вы кого-то вызвали, а там может быть три разных результата, это нормально. Пусть у вас вернут какой-то тип, у которого три значения. Ну, либо int 0, 1, 2. Либо у вас есть enum, либо не надо. Нормальная работа метода не должна выглядеть в виде броска исключения. Поэтому, в общем-то, так принято. На этом можно строить. Исключение такой же хороший синтаксический способ, как return. Но то, что мы сейчас делаем, это мы же делаем все. Да, правильно, это все правильно. Так вот, это означает, что если ваш модуль не может починить проблему, ну он может сменить тип исключения на более высокий уровень, добавить своего контекста. Но в общем-то, если он не может сохранить, он должен кидать исключение. Но мы при этом еще продолжаем, мы пытаемся продолжить нашу бизнес-логику выполнять. Вот здесь, вот, когда мы в исключении, словив его, мы, скажем, пишем safe and net. Да-да-да. Если мы начали сохранять в кэш, и нам получилось, то нам не надо бросать исключение. В нашем модуле есть две ветки. Попытались в облако, не получилось локальный кэш. Но суть в том, что для пользователя вверху сохранение произошло.
Он вызвал метод save, ему не нужно исключение. Мы починили, мы как бы мы поломку на бизнес-логике восстановили. У нас по бизнес-логике это валидная развилка. Ну, обычно развилка сохранили, не сохранили, она невалидная. Я вызвал метод сохранить, а он не сохранил. Не надо ну, void возвращать. Кинь исключение, чтобы вверху знали. Ну, пользователь нажал кнопку, да, сохранить документ, он не сохранился. Ну, тут, видимо, смысл в том, что как бы вот, альтернативно что можно сделать? Можно сначала проверить, там, есть ли там available там, space на кэше, да? Там что-то какие-то вещи, там if, то есть это, ну, получается, что вот это по большому счету проще, потому что мы ничего не проверяем, и мы факт того, что скажем там да или нет, можно или нельзя, и просто, ну, это все-таки мы как бы встроили, получается, бизнес-логику в исключение, да? Так нет, мы его дальше не бросим, я имею в виду что? У нас есть безусловный safe to cache, который работает хуже, он на облако так и не отправил. Но вот тут можем стереть. Все, это кошерный метод B, который всегда выполняет сохранение. В одно место не получилось, во второе. Ну, второй пример, например, гипотетический, где можно вообще ничего не делать. Автосохранение. Раз, 30 секунд, мой Word пытается сохранить файловую систему. Но если не получилось, это не проблема бизнес-логики. Это он сам придумал фичу, что каждые 30 секунд. Ну, теоретически, вообще говоря, если человек нажал Ctrl-S и сохранение не произошло, получи exception. Пользователь должен знать. Кстати, да, интересный вопрос. То есть, в принципе, скажем, вот данная ситуация, когда ну, сохранил, это не проблема, это даже не исключение. Но нас обязывает среда исключение ловить. Мы его ловим, потому что оно нам навязано, да. И просто у нас пустой обработчик. Да, ну, получается, опять... да, если мы хотим, у нас есть, получается, вот этот метод, что-то типа автосохранения, да? Вот так, например. Да, делает одно и то же. Это этот метод, который просто деревянно сохраняет файл. Нет, понятно. Вопрос в том, что ну, насколько вот опять же в продакшн проекте, когда мы видим, что пустой обработчик, это корректно. Здесь следующее. Обычно то, что принято. Просто я видел. Называют исключение вот так. Игнор. Маркируем, да? Да, ну что. Второе, что еще лично я делал, где-то видел, я вот так ставлю. А, я видел тоже, пишут. Это до нас, да, пишут тоже. То есть смысл в том, да, что... Да. Они, ну, в таком случае пишут. Человек, когда встретит пустой блок кэч, ну, например, вот так, у меня было даже IDE даже добраться. Так не недоумение, а так. Да, то есть это что-то означает? Snop это инструкция по UseAssembler, означающая no operation. Лично я использую ее. Да. Ну какой-то. А, к примеру, какую-нибудь аннотацию туда влепить, чисто для документации. А на что ее повесить? На отсутствующий блок кода? Не, можно аннотацию влепить на что? Ну туда влепить, чтобы, скажем, там, не знаю, там, что хочешь, можешь. Аннотация вешается на что-то. На пустую строку повесить ее нельзя. Не, теоретически... Картинку палочкой нарисовать. Ну да, тут... Все, окей, вопрос. То есть ставится вот так, вот это я 100 раз видел в разных проектах. Человек понимает, что блок пустой, не напрасный. Вот. И третья, ну и четвертая практика, на самом деле, когда вы вообще ничего сделать не можете, желания нет, вы просто пробрасываете его вверх. Вот, просто вот так. Ну тогда мы сломаем что-то сверху. Ну обычно это я пишу модуль. Да, я сочинил кучу мелкоуровней. Мой модуль. Вот я пишу модуль. Это же опять же проблема, что сверху как бы ну, нам очень сложно ну, разбираться во всех этих мелкоуровнях. Да, зависит от того, где этот верх. Вот я пишу модуль. Я должен иметь три больших функции. Сохранить, взять, там, заапдейтить. Да, я начинаю писать. И тут моих. Ну, модуль, это у меня в конце будет обычно сжат, это джарник. В нем 7 пакетов, 25 классов там. И у меня очень много мелких методов, много мелких классов. Перечислить все файлы на диске C, найти пустую папку. Это очень много мелких методов. Вот. И они бросают кучу эксепшн. На самом деле оказывается, что они все вместе бросают всего 5 разных типов эксепшенов. Но их всего их сотни методов. Я говорю, так, ребята, мне все равно чего не работаете. Вы там кидайте как хотите, я
А тут у меня вот, вот так как-то, вот так. И в конце концов эти методы вызывают, ну понятно, да? То есть метод вызывает метод, вызывает метод. Такая такая мешанина. Я говорю, да это я все проектирую. Я просто маркаю тут все. Чего ты кидаешь? File not found exception. Я взял все, промаркировал, строл file not found exception. А вверху вот тут перехватил и пишу. Извини. Вот тут я уже перехватил file not found exception. Я кучу exceptions. File not found, некорректное имя файла, винда не хочет давать права на чтение, винда не дает права на запись, мне неинтересно. Я перехватил, кэчнул их всех и кидаю. Storage exception. Это обычно, то есть простое пробрасывание срабатывает, когда я автор от, низ, от верха до низа. И система цельная, написана однажды, ее не трогают. Ну типично вот модуль. С мне говорят, так, вот тебе неделя для того, чтобы написать небольшой сервер, который там делает то-то. Я его сажусь, я его пишу, и вот этот случай, когда, ну, то есть, можно делать unchecked exception, но тогда, наверное, в голове держать, что тут кидает unchecked, надо вот тут перехватить. А можно сделать checked, все, вот это запачкать, throws. Ну, поскольку это внутри моего модуля, другие сюда влазить не будут. Ну, то есть, обычно для такого небольшого модуля в каждом entry у него один автор. Да, если я уйду, возьму другого автора. Но вряд ли на мелком техническом модуле будут несколько людей пересекаться. Ну, кроме того, что я ушел в отпуск, прибежал кто-то с багфиксом. Ну, это как бы, ну, бывает. Ну, посидит, чуть-чуть разберется. Но, на самом деле, чего ему разбираться? Просто, ну, кидается exception, throw, тут перехватывается. Ну, кроме того. Да. Типичный exception из JDK. Это уже мой ребенок, а мы через 4 минуты. Так, и давайте я его помою. Поэтому типичный exception из JDK я расскажу в следующий раз, и будет уже следующая тема, по-моему, Java IO. Их там немного, там всего 10 я расскажу. То есть это на 20 минут. С примерами, как я их кидаю. Конкретно я проясню по лабораторке, по атомарным транзакциям. Это я придумал. Никакого бизнес-смысла в этом, в смысле, я нигде это не встречал, это не надо было как-то людей заставить подписать try-catch, вот сложное. Идея просто следующая. Если вы стреляли задание, есть некоторый массив счетов. И получается задание. Да, налоговая инспекция. Со всех снять по рублю, на последний счет перевести 10 рублей. И я напомню, что 2 рубля. Я буду уже более, можем 18 лет. Привет, Анатолий. И может еще я заорал. И Путину. Че не 12? Ну тогда надо повысить налоги, да. Вот. Идея в том, что это понятие транзакции. То, которое в баз данных, и то, которое вообще. То есть, что такое транзакция? Это некоторый набор действий, которые либо выполняются все, либо не выполняется ни одно. Просто вы бы не хотели, чтобы Янукович получил деньги, а с нас не снял. Или наоборот, с меня сняли, а до него не дошло. Или сняли с меня, соседа не сняли, а Януковичу все пришло. Ну, Янукович, у меня банковское приложение. В банковском приложении есть, допустим, самое важное, есть инварианты какие-то. У них вот есть границы банка, если сюда как-то вошло 100 миллионов гривен, по карточкам, как угодно, то что бы в банке ни происходило, эксепшены, падение виртуальных машин, сбои, баз данных, замены персонала, они хотят, чтобы в рамках границ оставалось 100 миллионов гривен. Потому что они внутри банка существуют исключительно виртуально. Я им по карточке перечислил, не подошел, набор цифр, они кому-то выдали кредит. И в итоге то, что 100 миллионов гривен, они... Если это рухнет и у них на счету окажется ноль, они по большому счету даже проверить не могут, сколько у них денег. Потому что у них нельзя спуститься в подвал и увидеть золото. Поэтому они очень сильно берегут инварианты. И вот у них есть некоторые действия, они проверили сумму, сумма вот этих чисел ноль. Они знают, что если все эти перечисления пройдут, то суммарное количество денег в банке не изменится. Потому что иначе это преступление. Вообще говоря, это фактически фальшиво монетство будет, да? Мошенничество, да. Ну, если они фактически не будут имитировать деньги. Так вот, теперь идея следующая. Что, когда я работаю с счетами, у меня есть два типа исключений. Там один называется try again, по-моему.
А другой называется ZDET, по-моему. Ну, это криминальное чтиво. Что это? Чей это мотоцикл? Это не мотоцикл, это ракета. Чей это ракета? Ракета ZDET. Where is that? ZDET. Так вот. В общем, если ZDET, то уже все. Теперь идея следующая. Вы должны написать код, который смотрит минус 2, и он пытается сделать минус 2. Там аккаунт, у него есть метод change. Каждый аккаунт может, когда вы к нему вызываете его метод, может сделать одно из трех вещей. Он может нормально отработать, там, по-моему, void он возвращает. Все нормально, значит, деньги сняты, начислены, все. Второе, может быть try again exception. Это означает, что надо его игнорировать и попробовать еще раз. Пробовать столько раз, пока не получится. Я имитирую, это как будто отсутствие сети. Ну, вы пытались присоединиться по веб-сервису к кому-то, а сейчас интернета не было. Надо просто попробовать еще раз. Как браузер. Извините, нажмите F5. То есть ничего не произошло, попробуйте еще раз. ZDET, это у меня некоторая такая ситуация, когда если какая-то клетка выкинула. То есть я беру клетку, вызываю, у меня void. Окей, беру вторую, вызываю, try again. Я пробую, try again. О, нормально, прошло. Прошло, try again, прошло. Но если вылетает ZDET, это означает, что я пытаюсь симулировать, какая-то серьезная проблема со счетом. Вот если он, я так напечатал, он программировал. Если он один раз кинул ZDET, он тебе всегда будет кидать ZDET. Счет закрыт. Да, счет закрыт. То есть нарушены какие-то серьезные варианты. Нельзя перечислять деньги на закрытый счет. Счет заблокирован. Ну, там что-нибудь такое. То есть в этом случае вы всю транзакцию провести не можете. То есть можно пробовать, но не стоит пробовать остальные клетки. Вы с этой не сможете сработать. Причем, когда ZDET, означает, что он ничего не сделал. Ваша задача теперь просто-напросто. Я гарантирую, что предыдущие клетки, которые удалось сработать, они ZDET не кинут. То есть вы можете откатиться. Ваша задача теперь инвертировать знак и накатить его назад. Но если вы сняли минус 2, теперь на это надо писать плюс 2. Это я фактически я эмулирую следующее. Если у вас ZDET не встретился, вы сделали то, что в баз данных называется commit. Вы накатили минус 2, плюс 10, плюс 10. Если у вас где-то какая-то поломка, вы делаете rollback. Вы хотите ситуацию просто вернуть назад. Просто вот те счета, которые вы изменили, вы меняете назад. Там просто получается, что у вас, чтобы try again пробивать, вам нужно писать while, фактически while true. Вы вызываете, пока он идет. Если встретили ZDET, вам опять при откате опять надо while true делать. Потому что когда вы назад идете, вот счет, который вам удалось пробить, назад же тоже можно 100-500 раз скинуть try again. То есть вы как вперед идете, каждую клетку. А назад не может быть ZDET? Нет. Не, ну, в данном случае считается, что нет. Может. Ну, я так закодировал, что у меня не может. Ну, и вам. Кому так перепишет. Его на что произойдет, если мы уже провели три операции, а потом второй счет закрыт. Не, я говорю, это не жизненная ситуация. Ну, в жизни так бывает, да. У нас как бы, ну, ситуация, я говорю, ситуация модельная, задача просто, чтобы вы пописали код. Так. Значит, в следующий раз у нас будет окончание по исключениям. Это мы глянем 10 разных исключений GDK. Просто что они значат? Вот я привел самое типичное исключение. Arithmetic exception, class cast exception, illegal argument, null pointer, формат числа, out of memory error. Тут что-то я сравнивал. Stack Overflow и неподдерживаемая операция. Это те исключения, которые стоит знать, потому что вы чаще всего будете схватывать их, когда работать в Java, и стоит их иногда кидать, когда у вас, ну, например, вот это я кидаю, когда метод не реализован. Я не могу сделать абстрактным, чтобы не делать абстрактным класс. Я вместо тела кидаю это исключение. Именно так сделано в JDK. То же самое вот это. Я кидаю, когда мне аргументы не устраивают, по тем или иным причинам. Так, все. Лекция закончена.